Значит, у нас даже не знаю, эксперимент, короче, сейчас будет происходить. Начинаю показывать. Значит, это прибор, которого нету ни у кого. Электроплита, конечно, для этого. Для страхов. В общем, идея в чем? Вот здесь пошел провод. Отслеживаем. Тут такое не происходит. И он уходит туда. Значит, это из подручных средств. Что будет происходить? У нас есть бойлер, проточник. Это хорошая марка, работает. Но внутри тены, по нашему предположению, они уже немножко накипью покрыли. Поэтому нужно систему прогнать. Чтобы систему прогнать, у нас должен циркулировать специальный раствор. Поэтому вот здесь автомобильный насос топливный, который сейчас это дистиллированная вода залита. Мы его утопили. По идее, по трубке будет нагнетаться в систему, будет происходить промывка и будет возвращаться обратно. Вот, собственно, сейчас пробуем. Так, жидкость пошла. Что-то шипит. Вот. То, что нам нужно было добиться. Мы самого не вижу. По прозрачной трубке, что пузырьки идут. Или на выхлопе пузырьки. На выхлопе. А, на выхлопе, потому что он прогнал систему. Добавилось воды. Да, он греет. Не, ну это уже поинтереснее. Так, мне пальцем уже начинает горячо, хотя 48 градусов всего лишь, но мне пальцу горячо. 51. Реально оно может прогреться. 52, 55, 58, 59, 60. Или это старт был? Нет, оно ж... 61. А если мы увеличим немножко проток по 65, это хорошая температура, 66, по насосу увеличим проток. Блин, она горячая, она реально здесь горячая. Смотри, хлопья пошли сколько. Вот 3,6 ампера. Ух ты, брат. Да ты что, грязь погнал? Ну это он из себя. Семьдесят один это у нас в бойлере, да, 53. После бойлера, да. Это в этой канистрочке нашей. Бидончиком под молоком. Под видом очистки бойлера мастера варили самогон.